В Уральске прошло областное соревнование по авиамодельному делу. В нем приняли участие ученики в возрасте от 9 до 17 лет, являющиеся победителями районных и городских этапов соревнований. Целью мероприятия является развитие технического творчества среди детей региона и формирование конкурентных преимуществ в творческой деятельности. На соревнованиях по авиамодельному делу участники активно сражались за победу, взмывая в воздух с использованием дронов, комнатных планеров и вертолетов. Участники тщательно соблюдали правила и критерии. К примеру, площадь планера не должна превышать 60 квадратных сантиметров. Основным критерием оценки было время, проведенное в воздухе, за которое участники получали заслуженные баллы. Отметим, что для дронов действовали специальные правила. В видах соревнования по дронам там уже... Участник должен пролететь по кругу и пролететь 4 кольца, не задевая кольца. Если задевает кольцо, ко времени суммируется 5 секунд. И самый быстрый участник, который пролетел за самое короткое время, побеждает здесь. В соревнованиях приняли участие около 50 учеников, являющихся победителями районных и городских этапов. По словам участника соревнований Кирилла Гребнева, он занимается авиамодельным делом более 5 лет. Мне очень нравится. Я планерист сам по себе. Этим летом взял второе место по Республике Казахстан. Это очень красиво, когда самолет... Когда ты поднимаешь воздух самолет, и он плавно уходит вниз. Победителям соревнований вручены грамоты от управления образования, благодарственные письма, а также ценные призы. Все участники были награждены сертификатами. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагаппар, телеканал ТДК-42.